Че, идем? Идем пилим? Говоришь тише, чем звук игры, да ладно, лол. Так, ладно, сейчас сделаем, сейчас все сделаем. Так вы, ребята, как бы сразу пишите об этом, а не через... Так, 20 минут от начала. Как бы я ведь рад всегда, когда конструктивная критика идет. Где у нас там XCOM-то? Вот так вот сделаем его. То есть, так, все, вроде по идее должно было пойти, да? Нет, ребят, черными полосками не должно быть обрезано, потому что 1920 на 1080 захват. Вроде все должно быть норм. Ладно, поехали дальше. О май год. Вот это, кстати, может быть очень громко звучать, потому что оно не настраивается. Мультики смотришь? Да, есть такое. Так, чё это у нас там появилось-то? Pending request. Scope две штуки. В печь. Денег нет. О! Cyber disk rack. Кризалидов. Один оставим. Дронов. Одного оставим. Тек. Все, да? Complete. Can I sell this item? Да ну на. Да-ду-да-ду-да. Так. The foundry. No currents. Hangar. Ship list. When selecting a specific jet within the hangar, you can choose to modify its current weapon loadout to best serve our needs. Mm-hmm. Так, нет. Вот этот вот. Северная Америка. Чик-чи. Лично. 163 бакинских? Откуда, интересно? Был же только что вообще... А, продали. Все нормально. Все нормал. Иллириум Generator. Так, Build Facility. Термогенератор можно еще не в сандале сюда? Или нет? А, он только на пару. На пару. Так, Workshop, Satellite Uplink. Slate Nexus так бы. Ага, 300 баксов нужно. Вообще легоч, ща наколотим. Joint Capture Project Available. Ух ты! We're confident that our arc throwers could be upgraded to allow the capture enemy drones, giving us control of the flying drones for remaining with the combat mission. The project option foundry to undertake this project. Прикольно. Да, синменов-то у нас больше нет, лол, всех продал. Так, либо Ghost Armor, либо Plasma Rifle. Давайте Plasma Rifle. Now that we are in control of the Hyperwave Beacon, the real question is, what is it going to tell us? Ну, давайте проверим. Все, идем сканить. We've picked up multiple requests for assistance. Ужас. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Heavy, Captain. Very difficult, 200 баксов, difficult, 4 ученых. Денег хочу. Такие вот они все у меня страшные теперь. Так, edit unit, loadout. О, alien grenade. Опупительно. Edit unit, loadout. Ду-ду-ду. Ладно, будешь бегать с такой фигней пока. Так, сейвим. Летим. Лети лепесток через северный восток. Так, наши пока самые главные, самые четкие находятся в Псилабе на обучении. Будем качать мелочь всякую. Strike one is cleared to engage hostile targets. Hostile targets.
Уна проблема. О! Берсеркер! Жирный же пипец на самом-то деле. Ох, мы его сейчас ковырять будем. Или нет? Или мы сделаем проще? Не-н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 е. Так, не то. Вот это вот. Да. Ибо нехрен. У-у-у, вот это печалька. А, Орлеан, ты, по идее, жив. Если мне не изменяет память, то ты сейчас у нас в псилабе. Кстати, можно разнести нахрен крышу здесь. Так, это у нас под майнд-контролем. Вот это просто жесть. На самом-то деле. Light Plasma Rifle. Так, нет, этого я убить точно не смогу. По крайней мере, за один мув. Можно пробовать вот так вот. А теперь двушечку. Та-дам! Готовый. Граната. Так, 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 так. Ну-ка, грену давай. А чтоб неповадно было. Да-да-да, confirm. Если кто-нибудь запаникует, я им всем голову откушу. Нет, смотрите-ка. Ну, в общем, мы взяли берсеркера под контроль и сейчас тупо закидываем его гранатами. Бадум! О, так-то получше. Почти. Еще 4 холса осталось. Так, давай-ка вот сюда вот. Эх, не едет ничего. Нормально так. О, две гранаты. Две гранаты, это хорошо. Но не докинешь. На, в голову. Промазал. Мисс Friendly Fire у нас проходит обучение в пси-лаборатории. Вот, как, собственно, по-моему, и Орлеан, и еще кто-то один. Вот это знатненько. Только не паниковать, народ. Заметьте, им просто похрен на нашу. А в тот раз, вот в такой момент, Дора запилила Федора. Так, а вот это печально вообще-то. Так, ладно, релот, че. Запинали нам двоих. Понятно, не надо было брать его под майн-контроль. Надо было просто его расстрелять нахрен. Мюсье де Годфазер. Ну, как бы да, окей, ты увидел их, so what? Давай, давай, давай. Бдж. Минус 3. На. Отлично. Великолепно. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Двигаемся, 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 двигаемся. Дальше, 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 дальше. Еще разочек. Мисс Friendly Fire. Нормально так. Обозвали Дору. Так, ну вроде никто не появляется, да? А, нет, смотрите-ка. Лол, суицидники. Ужас.
по Suicide Style. Фланганули, давай. Критани по нему. Хорош. Там на крыше-то интересно кто-нибудь будет, нет? Так, мистер Мэйр, давайте сюда. Штурмовик? Штурмуй. Привет, какой месяц? Хороший вопрос, я не помню. О, парни проснулись. Немножечко так умерли, походу. Нет, смотри-ка. Такой. Стены — это всего лишь условность. Так, ну-ка, что у нас там гранат? Сколько забреет-то хоть? Сколько она хоть? А, 5 дамага. Ну-ка, давайте-ка сейчас стеночку снесем. Бум. Отлично. Ну, а добить их делов-то. Так. Давайте-ка вот сюда вот. Итак. Fire in the hole. Double kill. Doom. Хорош. Забьем всех мутонов гранатами. Каждому мутону по гранате. Ну, самым нищебродом одну на двоих. Так, сейвимся. А, сначала так вот сделаем. Теперь сейвимся. Ну давайте, выходим, выходим. Парни. Я такое ощущение, как будто Кризалида слышал. Как же в первой части называли этих слизней-то таких? Тоже что-то вот с Криза, но что-то дальше там другое было, насколько я помню. Вот. Ну, сидим, ждем, что теперь. О, господи, я слышу кого-то. It's me. Так. Будем стену ломать, нет? Так, Мэйр, давай сюда. Иди на разведку. Будь няшкой. Да, слышу, слышу. Quiet. Do you hear something? Так, все, сейвимся, продолжаем. Чё за... Довольно, кстати, странно в том плане, что... А, или нет ли? Так, господин Мэйр, давайте-ка. О! Пацаны, вы... И такие няшные. Ну-ка, давай. Бадум. Парни, недооценивайте нашу мощь. Мы можем ломать стену силой мыслей и гранат. На! Офигенно. Играть стало как-то, не знаю, легко и просто, что ли. О, Генрих Мэйр. Шредер Рокет, само собой. Берсеркер. Продадим. Паника в Африке усилилась.
Да, кстати, сейчас построим. Satellite Nexus. Да, пошло. То есть как бы Satellite Uplink, Uplink, Uplink и Nexus, так сказать. У нас тут целое правое крыло так занято под это дело. Лабу так-то на самом деле здесь надо было всадить, здесь тоже лабу. То есть Uplink'и так, лабы вот так. Всяко бывает. Так, сейвимся. Элоев 14 штук. Я одного понять не могу. А почему я не могу делать эти самые сплавы пришельцев? Неужели я что-то не изучил? Давай, показывай, что есть. Хитинг, плейтинг. Ну это да, это понятно. Синмена, что ли, надо было? Ghost Armor, Plasma Rifle, Plasma Cannon, Skeleton Suit. Давай, Plasma Rifle изучим. 5 дней. 5 дней, это хорошо. Ну, давай. Ну, расскажи. Так, он сайдер сервер, remote observatory used for tracking and motion UFO. Вот моя это самая прерогатива отслеживать ТУФОшки. Так, кстати, по поводу. Так, бараки. О, псилабы. 6 дней еще, блин. Ну, окей. Так, стрим-то там не упал? Нет, не упал, все нормально. Ну ладно, поехали, чё ж теперь? Чё ж теперь сделаешь-то? Хотят, если у нас. Бла-бла-бла. Так, бджж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 ж
А, сонно. Дождите. Сижу, зеваю. The council believes Dr. Marizuki's research to be extremely valuable. А, ну окей, нам ее нужно опять-таки провести. Самая дебильная миссия, как по мне, так вот, вывод всяких там ученых, политиков и прочей шушеры. Ну ладно, че. Подходим, цепляем. Открываем, смотрим, ценим. Здесь, кстати, стинмены всяко будут. Так, давай-ка, открывай. Сейчас так. Ха! И мэр его просто так на ходу. Нац! Да ладно, лол. Ну, мэр, ну ты выдал. Так, здесь два, да? Блин, печалька. Дверку закрыть не попробуем, нет? Дверку? Нет, не хотят. Так это абсолютно дебильное положение заняли. Так, отсюда-то ведь не прострелю, да? Нет, не прострелю. Придется оббегать. Ой, помолчи, а тут у нас пришельцы нападают, и что-то там бла-бла-бла. Так, ладно, будем с разных сторон обходить. Кто-дон? Кто-танч? Тяжело удержаться от того, чтобы зевнуть. Ща, выстрелю. Ох ты, зараза. Ну, а да, хоть Синмена не так. Чисто номинальщина, скажем так. Вы посмотрите на это. Да, и этот, конечно же, в него тоже выстрелит. А нет, смотрите-ка, другого. Ха-ха. Взял, траванул. О, лол. О, лол. Ох, ни хрена. Это сильно так-то. Так, стопэ. Почему ты тащишь меня вверх?
Вот я убрал руки от клавиатуры, и меня тащит вверх. Почему? Видимо, очень домой хотят. Так, чувак, ну-ка давай гранату у них. Kill them all. Бадум. Ай, хорошо. Окей. Бежим в упор, отстреливаем ему ногу. Великолепно. Там он еще двое сидят. 69%, да? А, он еще и на этом сидит. Как же сказать-то? На Overwatch он. Ну-ка, докину, не докину. Нет, не докину. Нормально. Разметали парнягу. Так, сейвим. Ну, Мейера вылечим потом. А чё потом-то? Давайте сейчас вылечим. Так, господин мэр, вы нужны нам вот здесь. Зараза. Такие мерзкие, отвратительные такие. Не. Покучнее встаньте, чтобы я всех разом вздрючил. Так, ну двоих точно забью. Чё, даже вот так вот как-нибудь. Или вот этих двоих забить. А, давайте вот эти двоих. На. Нормально. Так, следующие где-то вот там сидят. Ну да. Ты ход уже сделал. Ты, кстати, тоже. И ты тоже. И ты тоже. Ладно, пропускаем. Ох, ни хрена себе. Ой, я тебе припомню. Так. А, ну да, это мэр, и он его видит. Ту-дум! Ну, здесь, благо, никого нет. Надеюсь, по крайней мере. Не, кстати, там должно быть где-то двое. Гранат-то есть? Есть. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Не. Попал. Ха-ха, знатно. Так, давай-ка сюда. Так, ты у нас пойдешь за ящики. А ты... Ну, присоединишься ко всем. I find myself wondering how far these creatures have traveled to undertake this invasion. The resources involved are staggering. Ну, поражайся, чё. О! Как он прям-таки удачно выпрыгнул-то. Ой, лол. И оба промахнулись, а? Офигеть. Зафланговался стервец. На. Это было на самом деле неожиданно. Так, кого мы там видим? Ну, вообще, по идее, как бы все. Да? Или нет? Так, давай-ка ты бежишь сюда. Ты у нас идешь сюда и лечишь его.
сидит тут под прикрытием Годфазера. Все. Че-то хоп, она из крыши объявился. А нет, смотрите-ка. Все вроде норм. Сейвим. Это кто-то осталось довести-то так, чисто номинально. Угу. Прямо на отходе полили. Гранату сюда, просто гранату. Без всяких там лишних. Flanking my position. Ну-ну. Так, ну-ка давай. Так. Уп. Ага, нормал. На. Так, отлично. Почему второго не задел? Такой, а? Чё, почём? Так. Так, 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 так. Идёшь сюда? Палишь? Нет, не палишь. Смотрите-ка. Слепня-то какая. Я. Червончик. Неплохо, однако. Сейчас максимальную разведку, а потом быстрый переброс нашего доктора. Док, давай. Зря, наверное, его так оставил. Угу. Что-то хлоп сюда. А, нет. Так, сейвим. Давайте, попытка не пытка. Эхе, не добегает. Угу. Так, ты у нас сюда, инундозор. Ты сюда, инундозор. И все. Сейвим, пропускаем. А, ну да, конечно. Ну, допрыгался. Давай, док. Затупил. Нормал. Надо бы. Финманов, смотрите-ка. 140 баксов. Неплохо. Так. Build by items. Или нет, уже в Foundry посмотрим. Пистолеты, пистолеты. Так, пистол 3-то я изучил, что ли, уже, лол? Chief unit would be capable of suppressive fire. Хрень. 20 сплавов. Так, нету сплавов. Черт. Drone capture. We're confident that our arc thrower is good. Improved arc thrower. Drone wreck alloys. Нормал. Сейвимся. Блин, да сейвимся, я сказал. Situation room. Да, продавать пока нечего. Обидно.
позже. Wait, what did you do? Shut it down. Do not touch anything. This could be what we've been waiting for. Бах! И я понял. It's ripping itself apart. Shut it down now. It could destroy the whole base. Nine. Give it time. For once, trust me. Boom. What's it doing now? It's working. Sir, new data is inbound from the hyperwave uplink. С ума сойти, не правда ли? Вот такая вот прикольная штука. Давай, оп. Лови его, лови его. Поймал. Хорош. Вообще норм. Огонь! Ребята, у нас сейчас сплавов будет, блин. Сумасшедшее количество. Бум. Да ладно, лол. Ушел, что ли? А, ловить-то нечем. Additional manufacturing plasma rifles should now able to use any that they recover from the battlefield. Nice. Yeah. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Бла-бла-бла. Так, сейвим. Так, и где-то мы там сбили-то его? Ну-ка, ну-ка, покажите-ка. Ой, лол, да ладно. Над водой, что ли? Ай, обидно. О, норм. Поехали. Так. А, не-не-не-не-не-не-не. Ну-ка, давай-ка. А, там аптечки-то второй нет, лол. Обидно. Поехали. Летим, 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 летим. Почти 6 утра. Погнали. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Офигеть. Вроде утро. HQ, this is Big Sky. We are in position and awaiting further orders. Roger that, Big Sky. Strike 1, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status. Вы посмотрите, а? Господи, что они делали с оленями? За что они так с оленями? Бедные олени. Ребята, чё никто ничего не пишет в чатик-то? А почему так народу-то мало? Вы посмотрите на это. Минус 443, охренеть. Нормал. Чё это тут? Ну да, собственно, тут надеяться, в принципе, не на что. То есть тут гораздо более суровые парни сейчас стримят. XCOM. Сейчас 5 сек, сейчас вернусь.
Так, снова тут, снова с вами. Лично смотрю и наслаждаюсь. Привет, Орлеан. Хоть кто-то наслаждается. Хотя вроде здоровались, да? Давайте-ка мы... Overwatch, 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 Overwatch и еще один Overwatch. И ждем. Так, ну, да, еще один Overwatch. Так, не то. 4. Слышу. I can hear you. Опача. Толстячки. Блин, вот покучнее встать не могли, что ли, а? Что за люди? Блин, чувак, я так затупил. Реально так затупил. Надо было винтовок-то плазменных им выдать всем. Чё-то да, затупил знатно. Попаду, не попаду, интересно. А давайте-ка лучше. Для пущей точности вот так вот. Опа. Бум! Аж подбросило. Кто следующий? Так. Не забреем. Так хотя бы из... ну ладно. Еще разочек. Вот так вот укрытием снесем. Упс. Все, укрытия нет. Сейчас мы его добьем быстренько. Run and gun. Так, 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 так. Вперед-то так дэшить стоит ли, не стоит ли, интересно. Давайте засейвимся. А теперь... готовый. На! Хэви плазму потеряли, блин. Угу. 40%. Ну, проба пирача замазал. О, зато укрытие снял. Забрили. На. Ты наш крит. Отлично. Надо, по идее, пару-тройку-то позахватывать. Так, кто? Кого тут у нас есть? Захват-то. Лол, ни у кого. А, блин, пипец. Вот я тупанул. Ну ладно, скоро у нас народ из псилабы выйдет. Там начнем уже более или менее нормально, адекватно ловить всех. Опача. Приветики. Вот зараза, вот ну не уме... А, нет, смотрите, как кучно сели. Это хорошо. Ну-ка, ну-ка. Нет, блин, не достает ведь. Что такое? Сейванем. Надо их из укрытия. Вот это я зря. Вот это я реально зря. Вот это жесть. Так, давайте-ка rapid fire. Промазал. Попал. Но не убил. Печаль. Так, господин Сидни. Ну-ка. Ринджа хватит, не хватит? А, не хватает ведь, а? Что ты будешь делать? Сейчас будем перезагружаться, походу. Да, реально будем перезагружаться ведь. 4 штуки, идти же. Полтинничек. Не попал. Не, давайте-ка ревот сделаем. Ладно, 47, зато 2 выстрела. Пропахнулся. Попал. Нормал. Эта вот штука, короче, она не дает, походу, добить их за один ход. Классная вещь, что ж такую хочу. Ну-ка, здесь грена, интересно, выйдет, не выйдет? Не достаю.
Не попал. Missed the target. Так. 40, 40. Везде по 40, да? Ну-ка, если гранаткой пробнуть. Ну-ка, давай-ка его из-за укрытия сними. Не. Бум. Все, укрытие сняли. Так, господин мэр. Так, вот так-то получше будет. Угу. Бду. Снайпера-то нет. Вот снайпера нет, это совсем печально. Один единственный снайпер на всю игру у нас. И тот в псилабе сидит. И сейчас еще дальних... Нет, смотрите-ка. Не за это самого ли? Не за агреля. Так, сюда тоже. Давай! Снимаю укрытие. Хорошо. Так, ракеты-то попаду, не попаду? Лол, не вижу ведь, а. Ой, пипец. Ой, сейчас что-то будет. Это все, да? Отлично. Сейчас один да умрет. Так, 7. И этот в него же. Да. Жесть. Значит, будем ждать, когда они выйдут. Капитанов терять вообще не торт. Так-то. Вот я, блин, валенка кусок. Смог гренейд. Так, давай-ка сюда. Дефенсы им повысим. Угу. Так, ну это все. Теперь наблюдаем. Ой, промахнись. Ой, промахнись. Нет. Засранцы не промахиваются. Тихий стрим? А, блин, я не знаю. Да зараза, а. Тихий стрим, тихий стрим. Сейчас, секунду. Особые уровни. Ах, ну да, конечно. Так-то получше, да, я думаю. Что-то так все сидят, молчат, как бы. Я ведь не знаю. То есть сказали бы сразу, я бы сделал все как надо. Вот. Блин, одного потеряли. А, нет, не потеряли, смотрите-ка. Всего лишь в кому впал. Ладно, мы его сейчас поднимем быстренько. Так, этот парень... Так, сначала вот этого парня забьем. А потом одно попадание всего лишь навсего нужно. Просто погромче сделал. Ну, как бы, ну да. Каждый ищет solution, так сказать, по себе. Промах. А, так здесь можно гранату просто кинуть. Тупанул что-то я. Ну-ка, давай-ка. Ай, зараза, не хватает. Ну-ка, если шредером по нему, о, нормал. Бадум! Ракет-джамп в действии. А, ребят, вот сейчас скажите, пожалуйста, сейчас нормально слышно? Так, стопэ. Сейчас слышно нормально? Так, нам нужен вот этот вот парень, чтобы поднять его на ноги. Ревайв. Давай, поднимай. 4 единички здоровья, норм. Так, идем поближе. Все норм, отлично. Давайте, вылезайте. Так, Сидни, Сидни. Сюда бы, конечно, запупудрить бы вот эту вот штуку. Так, блин, три дня, говорю, три хода займет. Давай, хиляй его. Нормально. Только если на компе не только стрим запущен, то можно
Нормально. Не, ну то есть, как бы, майнч сейчас получше стало? Нет, нет. Если надо, то я могу сделать еще погромче, как бы. Это вообще без проблем. То есть, ребята, если есть какие-нибудь замечания в плане громкости звука и прочего-прочего, вы скажите. Это все правится буквально за 10 секунд. О, слышу. Кстати, заметьте, это уже далеко не обычная квадратная тарелка. Это у нас Abduction Ship, насколько я помню, такие у нас были в первой части. То есть они квадратные, реально такие здоровые. Так, 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 так. Взяли, рассосались такие. Нормал. Хитрые ребята, слышите? Да слышу, слышу. Так, двоечку. Еще разочек хильнем. И больше аптечек у нас нет. Нет, ну как бы, Орлеан, знаешь, ну, далеко не всем, скажем так, далеко не у всех есть желание возиться с настройками для того, чтобы посмотреть стрим, которых примерно подобных идет еще 4-5 штук на одном только СК2. Я бы заморачиваться вот не стал, на самом деле. Ох, ни хрена. Да кто у нас там такой смелый, я не понял. Откуда? Сверху, что ли, откуда-то? Да, блин, пипец так-то. Аптечек-то больше нету ведь. Я, короче, веселуха. Сейчас отсюда вот там трое-четверо вылезут. Или нет? Так, давайте-ка мы ход сюда. Ход сюда. Ход вот сюда. Вот сюда вот. И просто-напросто пытаемся их выманить сейчас. Не, никого нету. Сквозь дверь, что ли, стреляли, понять не могу. О, попался. Просто испепелили парня. С ума сойти. Заморачивайся, не парься по поводу звука. Нет, ну как бы сейчас должно быть все нормально. Тук-тук-тук-тук. Звуки пробежек, блин. Так, давайте-ка сюда одного. На Overwatch встанем. Сюда-то стоит ли, не стоит ли, интересно. Сейчас сплавов нахапаем, просто, блин, вообще. Так, тяжеляшку, одну тяжеляшку. Кто тут бегает-то быстро? Да, чтоб вас. Ладно, сюда. Так, ты у нас пойдешь вот сюда вот, на Overwatch посидишь. Ты у нас вот сюда вот, на Overwatch посидишь. А, ну да, великолепно. Так, все, сидим. Сидим, не паримся. Кчик. Спалился парень. Флангиш, флангиш. Так, забежим вот сюда, вот, посмотрим, что у нас... Вот это пипец. Да чё, в упоре бьет чё. Ой, ну нахрен. Валим отсюда. Так, интересно, увижу, не увижу. Не увидел. Пипец так-то. Так, ну-ка, а если жахнуть вот сюда вот и вот... Нормально, накроют. Ню. Вот я дебил.
Ребят, прикиньте, да я в тарелке залупил ракет-лаунчером. О, я вообще не очень. Норм, так. Сейчас друзей своих позовет. А в голову ему. На, промахнулся. Эх. А еще разочек? Got no ammo. Ушел. Не отвернулся, смотрите-ка. Ну, то есть он сейчас потратил оба хода. Опа. 6. Сейчас кого-нибудь забьют. Охренеть. Слушайте, реально ведь забили. Вот ты зараза. Ох, я тебе сейчас припомню. Слушайте, ребята, они что-то серчаются. Да ладно. Ой, лол. Ой, печаль. С ума сойти. Нет, релод. Так. Нет, ну что я могу сказать? Все так-то совсем печально. Нет, здесь только вот так вот. Нет, можно было по-другому. Затупил страшно абсолютно. Тех троих можно было сейчас просто сидом убить. Да слышу, слышу. Да, вот они выходят. О, самого толстого сейчас забьют. Лол, почти все промахнулись. Охренеть. Сейчас так тунц. И кто-то умирает. А, мы будем жить, мы будем жить, мы будем жить. Так. Ты по шапке. Так, еще разочек. Нет, лучше давайте-ка Сиду мы его добьем. А, или нет, лучше Сид у нас... Нет, не сможет. Так, если он кританет, это будет очень хорошо. Нет, не кританул. Ответная атака, что ли? Нет. Так, ты у нас перезаряжаешься? Ты у нас. А, да ну нафиг. Да лол. Совсем затупил. Так, кто у нас еще есть? процентов. Давайте пробуем. Попал, но не убил. Вали их сверху. А патронов нет ни у кого. Лол вообще. Вот единичка здоровья, а? Застанет бы его так-то. Так, это ладно, это хорошо. Так, этот сейчас... Нет, не умрет. Пробуем его вот так вот накрыть. Нормально. Так, один много дел не наворотит, это факт. Сразу вижу моего негра. Красненький. Ни хрена. Это сколько же, интересно, он так забил-то нам? 3, 6. 12 урона. С ума сойти. Давай, релот, чё уж теперь. Убить не убьет, но хотя бы покалечит. Так. Так, ну этот готовый. Нас еще с той стороны ждут финмены. И аптечек у нас больше нет. Ну, Евген, знаешь, что скажу? Скорее всего, ты сейчас умрешь. Сейвится, не сейвится. Ладно, не будем пока. Ага. Поймал меня. Ах ты хитрозадый.
Так, ну этот готов. Всем привет, катаны. Привет вам, катаны. А, так, что там у нас, что там у нас? Да, аптечек больше нет. Надо будет вместо гранаты ему еще одну аптеку дать. Зайдем, посмотрим, что уж теперь. Надо спасать Евгена. Мне нельзя убивать, я полезный. Ты это не мне говори, я знаю, что ты полезный. Ты это им скажи. Так, здесь надо релоад. Здесь тоже релоад. Так, Евгенка у нас идет сюда. Все на Overwatch'е. Тоже Overwatch. Тоже Overwatch. Не, ну, конечно, двенашку так на в голову. Сильно было. О! Слышу, слышу. Либо здесь, либо в следующем зале. Ты меня сейфи? Окей. Давай будем сейфить тебя. Сиди у нас здесь на Overwatch. Так, вы, господа, давайте-ка на штурм. Так, Сидни. О! Привет, медведь. Мужики, прикройте, если что. Сейчас всех прикроем, всех спасем. Сейвим. Сейвим. Так, этого сюда. Так, этот идет у нас сюда. Подлагивают у всех или только у меня, спрашивает Сава 16. Ребят, скажите, плиз, подлагивает ли у вас стрим? Сейчас посмотрю, что у нас по это самое по дропам. О, да, ребятки, знаете, у вас может подлагивать. Ха-ха. Хотя нет, на гиг 3000 фреймов это так, это не сильно. Ну вот только что они были, да, только что дропы могли быть. Лаги, лаги, лаги. Можно, в принципе, качество немножко уменьшить, если хотите, конечно. Тоже, да. Сейчас я стоп-старт, но не разбегаемся. Сейчас качество сделал нормально, чтобы не лагало.